Здравствуйте! В этом видео я хочу вам рассказать про полезность грецких орехов. Но сначала подпишись и поставь лайк. Тебе не сложно, а мне будет приятно. Договорились? Спасибо. Итак, в грецких орехах содержится много бора, необходимого для улучшения состояния мозга, костей и хрящей. Уменьшается риск развития атеросклероза, особенно коронарных и мозговых артерий. А регулярное употребление грецких орехов, но не более 7 в день, снижает уровень глюкозы в крови, поможет избавиться от лишнего веса и снижает давление. Но помните, орехи очень калорийны, поэтому не стоит их есть слишком.